Люди вообще не понимают, что такое выбор. Да? И поэтому они живут в тех условиях, в которых живут, считают, что других нет. И, кстати, когда их забирают на фронт, то они тоже живут там, где ну, нет других условий, ну, нет другой жизни. Да? И к этой жизни ты должен приспосабливаться. Но как ты приспосабливаешься к климату, к злому барину, еще к чему-то. Да? И, конечно, часть из этих людей, ну, можно просто жить, страдать там, и так далее. Да? Можно стараться оставаться человеком, как там, Иван Денисович у Солженицына. А можно попытаться полюбить все это и встроиться во все это, да, и получать от этого удовольствие. Знаете, единственное, чего нет, это нормальные люди. Единственное, чего нет у этих людей, у них нет ощущения того, что они могут поменять эту жизнь, что они могут жить как-то иначе. Вот этого ощущения у них нет вообще. Вот совсем нет. У них нет добровольности. Они ничего не делают добровольно.